недавних пор в Московской области активно реализуется программа по благоустройству так называемых народных троп, зон стихийно созданных пешеходами. Это позволяет сделать передвижение жителей комфортнее. В этом году губернатор дополнительно поддержал создание данных пешеходных коммуникаций на территории муниципальных образований в области, в том числе на территории Ленинского городского округа. Это идет в рамках программы развития качества городской среды. Одна из таких зон на днях была реконструирована в селе Булатниково. Дорога протяженностью в 300 метров ведет к местному кладбищу. Тропинка весьма востребована, но непроходимая. Дорога к кладбищу заканчивалась после моста. Дальше сплошные ухабы. Люди буквально ломали ноги. А в летний период еще и непроходимое болото. Понятное дело, что добраться к кладбищу практически было невозможно. У истоков создания новой пешеходной зоны стоит жительница города Видное. У Светланы Синицыной здесь похоронен супруг. Часто посещает его могилу. Говорит, пользоваться центральным входом неудобно. Туда долго добираться, поэтому предпочитает второй. Но, как и многие другие люди, постоянно испытывала неудобства. Пенсионерка обратилась на телевидение. Первым к решению проблемы подключился генеральный директор МАУК ВДК Павел Русаков. Но только после приема у главы Ленинского городского округа Алексея Спасского ситуацию удалось сдвинуть с мертвой точки. 11 июля я попала на прием, и он после его приема сдвинулось с места. И все пошло, и все сделали. Мы теперь радуемся, не знаю как. Все очень довольны и очень рады. В удачном результате проделанной работы Алексей Спаски решил убедиться лично. Сейчас тропинка уложена асфальтной крошкой, но позже планируется создание здесь полноценной пешеходной зоны. Там было две тропы. Мы были на одной, а там еще есть ниже вторая тропа. В следующем году мы планируем данные эти две тропинки включить уже в нашу программу, которая в этом году реализуется. Мы будем на следующий год переносить. Там появится либо полтораметровый, либо двухметровый тротуар, который будет спокойно проходить и доводить жителей до нужного места. В этом году в рамках реализации программы «Народные тропы» в Ленинском городском округе будет благоустроено 7 стихийных пешеходных зон. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.